учись, но платить не ленись. То, о чем так долго говорили и боялись, свершилось. Министерство образования Украины начало сокращать число бюджетников в вузах. Одесский национальный университет имени Мечникова в этом году выделили на 10% бюджетных мест меньше. Это значит, что только 1000 человек выиграли лотерею на бесплатное образование в университете. Прием на учебу практически подошел к концу. По словам ректора ОНУ, в этом году по программе Минобразования в университете начнут обучаться 7 выпускников из Приднестровья. Завершилась на прошлой неделе эта процедура, и сейчас они уже знают свои баллы, и по направлению Министерства образования и науки разъезжаются по тем университетам, куда получили направление. Успешно прошли у нас тестирование, если я не ошибаюсь, 77 граждан Приднестровья, из них 7 получили направление для обучения в нашем университете. Из новостей технического прогресса в университете имени Мечникова начали использовать систему Wi-Fi. Впервые в ходе пресс-конференции Валентин Смонтынов мог пообщаться с потенциальными студентами по скайпу. Ректор обещает, что такое общение станет теперь хорошей традицией.